Здравствуйте, и зрители ТВ «Художник». Хочу сказать, что на планете Земля существуют два великих народа. Это великий китайский народ и Россия. У России сейчас непростые времена. И великий китайский народ подставил плечо помощи нашему народу. Но, как известно, лучшие дипломаты – это художники, потому что они на интернациональном языке общаются между собой. Мы знакомимся с китайской культурой, китайцы знакомятся с нашей культурой, и происходит взаимопроникновение. У меня в гостях художник Илья Лю. К сожалению, я не знаком с его творчеством и хотел бы познакомиться, и хотел бы, чтобы вы с ним тоже познакомились, с творчеством художника Илья Лю. Илья Лю – это по-русски, а как будет звучать это по-китайски? Здравствуйте, меня зовут Лю Цзюй. Я из Китая, я китайский художник. Я родился в Хэбэй провинции в Китае. 1978 года. Я очень рад сегодня и в гости к русский известный художник Андрей Подшеваров. Спасибо. Мне очень нравится русская культура, особенно пейзаж, мастер живописи и пейзаж. Мне очень нравится русский художник, передвижник, особенно Левитан, Иван Шишкин, Васильев Федоров. Все это очень хороший русский художник, мне очень нравится. С 2015 по 2017 года я учился в Академии имени Сурикова, потом в 2020 года я закончил учебу из Академии имени Строганова аспирантура. Сейчас я живу и работаю в Москве и член Творческого союза художник России. Еще что? Ну вот, а дальше мы познакомимся с его работами. Я хочу сказать, что сейчас у нас не так много времени, поэтому я сейчас представляю вам его работы. Вы узнали, что существует на Земле такой китайский художник Илья Лю. Вы видите его работы. Я надеюсь, что у нас будут плодотворное с ним творчество, то есть плодотворное сотрудничество. Я более широко представлю его творчество. Мы будем общаться. У нас возникают некоторые проекты. Я надеюсь, что они реализуются. И вы увидите эти проекты. Ну, прошу любить и жаловать на русской земле такого художника Илья Лю.
Итак, друзья, повторюсь, за художника говорят его работы. Художнику не надо говорить. Художнику просто надо показать свои работы. И работы за себя все скажут. Сейчас я вам показал его работу. Это художник с вами разговаривал на своем языке, на языке художника. Ну, а в будущем у нас с Ильей появится проект, он реализуется проект, и мы будем работать, и вы познакомитесь с этим художником в полном объеме. Там мы представим не только его творчество, не только то, как он работает, какие задачи ставит. Все это мы увидим при реализации того проекта, который у нас задуман. Ну, в общем, мне самому любопытно, что получится. А я надеюсь, что у нас получится. И мы будем делать фильмы не только для России, но и для Китая. Так что мне самому любопытно, что у нас получится. Да здравствует дружба Китая и России! Мы победим! Спасибо за внимание! Спасибо!